Просто немного макайте в растворитель, прежде чем очистить, например, и потом. Это, кстати, вообще первая работа. Молодец, он даже сильно увлеклась, то есть они на себя сейчас берут птицу, да? Там можно будет просто немножко этот конус еще пластиком. Да, можно просто на конус тогда вот там сделать. Вот, а по этим, ну так, местами выбираешь, там можно еще вот, чуть-чуть. Ну, он, конечно, не такой делает сейчас. Сюда просто здесь вот его уведем немножко. Здесь тоже. Вот надо, если еще раз раскашлем. Это вы понравились? Спасибо большое. Да, большое спасибо вам, Дон. Все очень здорово получается. Честно, так повлияет. Ну, нет, не совсем даже. То есть, например, вот такой квадратик рисуем, начинаем с более, например, частых штрихов, да, и потом, да, реже. И то же самое, да, то же самое потом за счет давления. То есть штрихи все, например, одной плотности. Но я просто начинаю понижать давление постепенно. Вот. И видишь, он светлее. Вот. Вот такие вещи уже можешь сама поделать, это можно между делом даже заниматься. Каким? Ну, например, в школе. Какой же школе? Какая же школа? Ты закончил? 10 лет назад школу. Ничего себе! Ну, я думаю. Конечно, спасибо. Так что надо, да, тогда в институте.